Вот отсюда вставай и начинай ее прокидывать всю, пробивать прям. Да-да-да, вот глубинку. Не-не, сюда не заходи. Вот здесь вот с краю стой. И вот от себя в сто... Да, кидай. Подходи ближе, видишь, короткая у нас удочка. Вот это место, друзья, где я в том году карабушку наловил почти и на пасеку пошел. Тут как собаки они клевали, но рыба еще не катится. Так, немного прям. Сейчас леночек тут сошел небольшой, такой грамм на 300. Непривычно ролик у нас начинается, друзья. Ни с дороги, ни с пасеки, а вот с рыбалки. Приехал к нам наш друг Никитос. Я уже не знаю, который раз по счету приехал. Уже раз пятый, наверное, у нас. Понравилось отдохнуть от... О, видите? Отдохнуть от каменных джунглей, так сказать, от суеты городской. Порыбачить, он там выше немножко идет, поохотиться, купил лицензию на эдюбря, он, может быть, получится поохотиться, ну и вообще отдохнуть, надышаться свежайшим воздухом, перезагрузиться, так сказать. Ну, чего греха таить, тут классно, кайфово прям. Может, наверное, часа три на рыбалке. Клев такой. Андрюха тут все обловил. Все истоптано его следами, болотниками. Он прям одержим рыбалкой стал. На удивление, прям он прям заболел. Я не знаю, прям как это сказать. По три, по четыре раза. Ему Саня уже говорит, да все, хорош, что ты. Он весь мокрый, постоянно приходит. Где-то упадет тут. Короче, ну, видите, как бывает. Много лет отсидел человек в тюрьме. Пропустил вот этот отрезок жизни, когда у мужиков какие-то интересы появляются, охота, рыбалка, там еще там что-то. И только для себя вот это сейчас открывает. Поэтому понять его можно. Все перерыл там вокруг пасеки. Червей роет, все вообще обрыл там, все, что можно. Не знаю. Уже и говорят, ему хватит, все, там уже и деревья какие-то понаподкапывал, они попадали. Он вокруг корней же роет. Он как хватает, видите, на верховую. Женьку привез. Жека там под очень хорошими впечатлениями от отпуска. Вы, может быть, помните, мы его увозили. В прошлый раз у него там такие планы багратионовские были. То куплю, это куплю, сапоги куплю, костюм куплю, рюкзак куплю, все куплю. Планов много. К сестрам приеду, попроведаю. Ну, в общем, было вполне ожидаемо, что ну, в общем, загудел он здорово. Какие-то там у него были дуэли, вступал в неравный бой за предпочтение какой-то женской особы одной. В общем, Жека нормально, короче, покуражился. Вот.
кое-как мы его нашли, помогла найти сестра его, Татьяна, спасибо, Тань. Рубль ему перевела, взял я ему тут на похмел, чтобы он, ну нельзя так резко заканчивать такие крутые пике алкоголические. Жека у нас вообще, он говорит, лучше бы не уезжал. Зачем ты купил телефон, который ему нафиг вообще не нужен? По итогу, ну, он вроде потерял, ну, говорит, что кому-то подарил. Не знаю. Ну, я не могу его осуждать, как-то он заработал эти деньги, и пусть распоряжается ими, как хочет. Ну, единственное, конечно, он не оделся, как планировал в зиму. Буду ему что-то покупать. А так все хорошо. Вот. Блин, я вот так хотел, чтобы Никитос тут, я вот не рыбачил здесь, вот на этом месте, ждал его. Вот уже, наверное, с полчаса его зову, он не идет. Где-то там у него, может, поклевывает чуть-чуть. Тоже азартный, он не так часто на рыбалке. Прошлый раз со мной был, по-моему, первый раз он. Вот. Хотел, чтобы он душу немножко тут отвел. Я вообще люблю, когда человек приезжает, вот у него тут рыба клюет, чтобы, ну, чтобы нравилось людям. А не просто так, знаете, бежишь и обловить, там что-то показать, какой ты рыбак, там охотник. Мне вот это не нравится. Мне больше удовольствия доставляет, когда человек кайф получает от природы. Блин, подожду его. Вот самая яма, вот она там, ниже. Это здесь так, начало ямки. Вход. Подожду его чуть-чуть. Не буду там дальше облавливать. Так, все, я пошел. Что-то у нас пару часов рыбалки превратились как-то в 5 часов. Никитос очень заядлый тоже рыбак, как оказалось. Каждый сантиметр облавливает речки. И это. У нас день-то впустую проходит. Я думал, сейчас поймаем так на уху. Пожарить. Что-то у нас подзатянулось. Процесс этот подзатянулся слегка. Пойду я. Бабка он уже переживает тоже. Папульку-то она охраняет, моя умничка. Отважная собачка. Пальмо. Долго мы, да, на речке нынче? Моя умница. Охранница моя. Оп, собака. Верная, капец. Разорвет любого. Да, бабулька? Моя красавица. Космонавт побежал. А? Рыба? После Андрюхи там ни хера не осталось. Он, во-первых, все, что смог, выловил, а остальных червями накормил. Чего у тебя тут, Викторович? Попал я на такой улице ужасно. Соскучились, да, по тебе? Как дали мне сейчас. Ага, дрозда. Ну. Я понял. Вон он. Вон он. Какой? Вон он. Полный. Меда. Да? Я не знаю. Но ну они это... все нормально. Это хорошо. Зима скоро. Че это? Нормальный улов? А? Андрюха? Конечно. Конечно. Ты там все изловил. Все, что можно. Да я там некоторые ямки такие нашел, она поклевывала, я Никитосу оставлял, он все, он азартный оказывается, капец, где-то останавливается, все, его зовешь, бесполезно. Я ему еще свою мормышку дал, розовенькую, у него клевать получше стало. Так что, не скоро, я думал сейчас пару часов быстренько пробежимся и все, он говорит, не, пошли дальше. Че, Андрюха? Да.
Да не, надо в другие места, рыба еще не катится. На ручей надо. Да не, почему не на ручей? Она не успевает, в основном, он все, все берега Андрюха потоптаны. Опасный зверь. Надо сахару Андрюха. Кружку. Сюда надо. Балку. Не, давай пусть она покипит хорошенько. Знамя стоит, а то нам там все написали, почему знамя у вас, это, траур у вас или что-то. Все нормально. Надо нам флагшток какой-то тут делать. Шел наш рыбак наконец-то. Ждали, ждали его. Да торбу такую взял, серьезно. Да, рыба серьезная. О, наворочил. Все. Сегодня будем рыбу кушать и компот пить. Вот. Саня там тоже рыбу готовит к автоклаву, которую Андрюха ловил в зиму. Такие вот у нас обновочки, друзья. Тут ошейники собачьи заряжаются. Чайник купил электрический. Тостер. Все это уже обкатали. А купили, собственно, вот из этого прибора такая обновка у нас. Теперь я просто доволен, как не знаю кто. У нас получается сейчас и 12 вольт в неограниченном количестве. Не высадишь его. Мужики говорят, уже сколько дней дождей было. Он максимум, они его разрядили до 45 ампер. И вот у нас ромас появился такой. Здесь есть встроенный 220. Номиналом 1000 ватт. Максималка 2000 ватт. Так что чайник спокойно. Я вот купил по этим параметрам. И тостер, и чай. Кстати, привез, и в тот день закончился газ. Как раз утром мы проснулись, скипятили чай. Покушали гренки. Ну, не гренки, а как они, тосты. Офигенно вообще, просто я очень рад. Легенький, компактный. Блин, офигенная вещь. Так что все это у нас вот так сейчас будет находиться здесь. Единственное, с зарядкой тут у нас есть возможность заряжать от солнечных панелей 100 ватт. Но, к сожалению, разъем здесь только вот от производителя. То есть мы не можем сюда провода подсоединить, так как вот сюда, допустим, в титанат. В этот. Ну, я вот так вот сделал через прикуриватель. С ним идет такой прикуриватель с его разъемом. И вот с помощью его заряжаем. Можно 220 заряжать, но здесь вот мы, чтобы не использовать преобразователь вот этот маломощный, решили через прикуриватель. Так, ну дальше я буду показывать, как он там справляется, пока особо сказать нечем. Вот, вот титанат, как я и сказал до этого, прекрасная вещь. Просто незаменимая. Сколько бы вы там ни говорили, реклама, долго. Ну, если вещь там стоящая, я потрачу много времени, потому что это наша жизнь, и нам как бы жить с этими устройствами. Если комфортно с ними, то я буду об этом говорить неоднократно. Так, а приехали мы достраивать избу. Нам нужно сейчас ставить окна. К сожалению, дверь мы не сделали с Андрюхой. У Андрюхи там проблемы со здоровьем. Катается везде по там комиссиям, везде, но вроде все обошлось. Будем ставить старую дверь, которая была установлена до этого в этом зимовье. Уже перезимуем так, а потом на следующий год будем все переделывать. Может быть. Oh.
так вот. Алексей не доверяет бензопилу. Никитосу, поэтому Никитос пилит. Заколотим? Чтобы она не... Нет, там тот жут еще нужен. Да. Снизу. Снизу. А, она еще и снимает. Ничего себе. Ну что, братва жиганская. Сделали все примитивно, просто, но со вкусом. Все, короче. Заделали окна. Стиль как минимал. Не милитари. Короче, будет все хорошо. Тепло. А уже потом приедем и будем работать в кайф. Обналичечка. Я даже камеру с подзарядки забрал. Батя пришел с речки. Вот он. Соскучился, говорит, я по рыбалке. Ну-ка, показывай, красавца. Соскучился. Первый сразу залетел. ХДГ! Вот ХДГ. Это красавец, Жека! Блин, молодец! Красотища. Вообще прям горжусь! Ты посмотри, какой хороший! Хороший. Я таких только в это видел. В кино. В энциклопедии. В смысле, что, на червя хватанул? Самый первый, я только... На донку? 2 секунды раз, да. Ну да. Вообще, я таких тут и не видел. Так только. Короче, про сахар. А про того не рассказывай. Вот про этого лучше расскажи. Блин, видишь, на червячка-то, на доночку какие экземпляры. И вот смотри, ты вот весом, получается, больше поймал, чем мы. А у нас это, мелочуга. Хороший, Жека, красава. Блин, прям завидую белой завистью. А ты-то тоже. А это же постоянно показывает, что вот такие у него срываются. Вот он. Это он, да? Ты его запомнил? Срывались у тебя постоянно. На ней серьезный линок. Такой больше полторашки, по 2 килограмма. Хороший линок. Офигенный прям. Его даже в шарабан прям не грех засунуть, да? Да, ну, в консерву. В консерву, думаешь? Да, вот такими прям. А, ну давай. А зимой будем вспоминать про него, да? Завтра закроем. А, ты будешь? Ты забудь. Ты забудь. А, выключить надо? Ты ругаться хотел? Ладно. Или что? У нас с икрой он, оказывается, линок. Это хариус почти постоянно с икрой, а этот-то что? Ну, она, конечно, недозрелая. Не готова. Ну... Тем не менее, мы ее скушаем, не выбрасывать же ее правильно. Подсолим. Кровь еще страшная. Что вы? Так, все, мы поужинали. Сейчас спать. Завтра с утра. Поедем. Только не под такие мотивы, конечно. Вот он, царь сидит. Вот он. Со львами. Где у нас такое кресло, Андрюха? У нас нет такого кресла? С изюбрями такое. С рогатыми, прикинь, такое. Рога такие. Нету. Нету?
Блин, надо исправить это недоразумение. О, вот мы еще что приобрели для пасеки. Смотрите. Никита, можно вам куда-нибудь приперчить? Вот, хлебушек вот так. Вот она красота. А тетя. И соль у нас такая же. Вот она, что купил. Я просто хочу, чтобы было все вообще прям... По красоте, чтобы было все у мужиков. Андрюха солит все. И стол, и печенку, и икру. Да, надо. Смесь, перчик. Не, вообще так-то бы отгрохотать. Ну, ладно уже. Сейчас вилочку возьмем и все сделаем. Так, там печенка досталась, Андрюхе. Надо маслица немножко там. Никита, сзади, позади тебя масло. Передай, пожалуйста. Двигаться по горной речке на винтовых моторах — дело непростое. Надо знать. Блин, только камеру включил, она взлетела, это божья коровка. Нас там, кстати, ругали по поводу божьих коровок, говорили, что это этот, как он, жук этот, как он называется, колорадский. И что божьи коровки не питаются ботвой там, ну, как его. Ну, что они пытаются, типа, тлёй там, еще чем-то. И что они не кушают там ботву там от картофеля, там капусты. Вот это одна из разновидностей божьих коровок, азиатская так называемая, дальневосточная. И она жрет абсолютно все. И более того, они еще очень больно осенью кусаются. Так что вы почитайте за азиатскую божью коровку. Их же много разновидностей. Это никакой не колорадский жук, это именно божьи коровки, которые, с которыми не могут справиться местные жители, которые жрут все и беспощадно просто съедают. Многие люди сказали, вы ошибаетесь, там, ну просто спокойно выразили свое мнение, а многие начали писать, что вы клоуны, там недоразвитые, там все такое, вы разберитесь, это колорадский жук. Это не божья коровка. Это именно божья коровка, которая сожрала все. И вот они, бывает, просто от них даже вздохнуть нельзя. Мы их выгребаем прям совками, прям. Вот Никита ехал сюда. У тебя все лобовое стекло в них. Причем от Хабаровска где-то, да? Чуть ближе, да. Да, вот. И вот начиная там, ну, Хабаровский край, Еврейская автономная область, и просто полчища летят, и нет спасения от них буквально. Просто не понимаю, что хочешь. Доброе утро. У нас сегодня первый день охоты. Вчера порыбачили, построились немножко. Сегодня пошли прогуляться. Есть бумага на зубряка и на медведя. Посмотрим, как оно выйдет. Первый блин комом, не комом в этом году. Ну, имею в виду с собаками. В общем, план такой. Я с становиками иду. Гребнем. Никитос в распадке, в глубоком, 400 метров вперед выдвинулся. Вот пытаемся с Лёшки согнать зубря. Ну, тут обычно много следов было по зимой, как-то приезжали по зиме. Посмотрим. Собаки слабенькие еще, не набеганы. Год на цепи. Да я тоже не в кондиции. Ну ладно, мне еще высоко подниматься.
высоты. Что-то я закипел, пока забрался. Там еще не один раз пришлось. Сопка заканчивалась, как карандаш такой. Спускаться пришлось, еще раз подниматься. Такую же. Собаки пару козлов угнали. Все. Сдохли. Устали тоже. Там дальше вон кедрачи виднеются. Может там мишка какой на шишку пришел. Зубря сейчас собакам не догнать. Земля мягкая. Он спокойно уходит на махах. Ну плюс собаки еще силу не набрали. Только зла-то физически сильная. А вот когда земля промерзнет, они уже с такой скоростью не смогут передвигаться, зюбри. Ноги переломают. Но это вот надо момент поймать, пока снегом не завалило. А вот именно чернотроп коркой схватится. Че, все? Охотились. Кидрать ни шишки ни хера нету. Говно медвежье есть. Но если думаете, что это медведь шишку сожрал, то медведь целиком шишку не съедает. Он ее пожамкает, орехи высыпет, потом выбрасывает ее. Шишки нет. Слово совсем. И вот здесь ни одна нога человека не ступала в этом году. Никита там в распадке зашел серединой вот так и перекрыл вот этот становик, когда он туда падает. Ну, собаки что-то все устали. Быстро. Что-то собаки засуетились. Вот, шишка погрызана медведем вот так. Видите, они ее размалывают в челюсти. Орехи высыпаются там все. Что-то засуетились. Блин, такой кедрач. Вообще шишки нет. Первый загон у нас так себе, не увенчался успехом, куда-то мимо угнали, ну, вдвоем тяжело перекрыть распадки.
сейчас Никитос по становику пойдет сверху. Я спускаюсь и вдоль становика буду идти. А он вперед уйдет метров на 500. Если кого-то толкнут, то зверь наверх должен побежать в теории. Посмотрим. Кабашки у нас появились тут. Немного, но есть. Чего ты бросил его, а? Сейчас здесь медведи подняли. И он вот так между мной, Никита там, и он вот так склоном. Вот здесь что-то реванул так на них. Они его бросили. Че ты, а? Все, уже нету сил бежать. Бросили. Ладно, что. Еще купальня. Вон они сверху тут съезжают на пузе. Собаки все, сил нету ходить. Устали. Ну а что, первая охота. Ты что, тоже устала, да? Уже устал. Тема, девка. Скажи, одна бегаю, да? Конечно. Что у нас тут? Вы позавтракали? Все. Почти. Почти. Да. Сейчас мы будем завтракать.